Рейтинг городов на территории расположения атомных электростанций проводится впервые. Целями проведения исследований являются повышение экологического благополучия и качества жизни населения и рост эффективности работы органов власти. Эксперты после исследования территории нашего города подвели первые итоги. С этой точки зрения мы сегодня постарались реализовать ряд задач. Это в первую очередь проведение встреч с жителями Десногорска. Методом свободной выборки мы проводили социологические опросы по теме, связанной именно их общественная оценка состояния экологического благополучия и качества жизни в городе. Вторая тема была – это проведение экологических исследований и проведение дозиметрических исследований нашими специалистами. Фактически в первый день нашей работы удалось осуществить замеры радиационного фона, это гамма-фон, в 374 точках. И уже есть первые результаты. Все показания в пределах от 0,08 до 0,18 микрозиверта в час. То есть это все полностью совпадает с естественным природным фоном для данного региона. Учитывая вот то, что мы видим такую поддержку со стороны общественности, мы сегодня совместно с администрацией города подписали такое рамочное соглашение о сотрудничестве. Мы очень надеемся, что вот те планы, идеи, которые вот выдвигаются и со стороны населения, и со стороны экологов, то есть представителей гражданского общества, они найдут должное понимание и поддержку со стороны органов власти. Подведение итогов рейтинга атомградов и объявление победителей планируется в августе 2018 года.